Проект парка этнической культуры Дюкча стал одним из финалистов на всероссийском конкурсе. Здесь, на побережье бухты Гертнера, в 2021 году построят новое общественно-культурное место. Проект парка был разработан при поддержке мэрии Магадана. В этом году он принял участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего на конкурс было представлено более 300 заявок. Победителями признаны 160 участников, в их числе Магадан. Проект парка Дюкча – это современное городское общественное пространство, построенное такое на симбиозе этнической культуры наших народов коренных и современности. В общем-то, планировочная структура достаточно простая. Это линейная, от входной площадки, далее идет променад вдоль всей территории проектирования и заканчивается такой акцентной точкой, большой радиальной площадью с сценой в этническом стиле, где можно проводить различные мероприятия. Проект этнопарка не единственная успешная работа архитектора. Людмила Терещенко – автор излюбленного места отдыха для жителей и гостей города – парка «Маяк». По уже сложившейся традиции, при проектировании архитектор учитывает не только поставленные руководством ключевые задачи, но и пожелания самих магаданцев. Наибольшие вот какие-то пожелания и замечания по общественному пространству поступают в виде того, что нет беседок, закрытых каких-то таких пространств, где можно вот уютненько посидеть, да, спрятаться от ветра, от холода, от дождя. Конечно, в этом общественном пространстве мы постарались это учесть. В новом этнопарке Дюкча для обогрева будут созданы различные костровые, открытые и закрытые беседки, а также домики для отдыха. Парк будет функционировать круглосуточно. В теплое время года можно будет заняться спортом на велодорожках, а в период снегопада – покататься на санях. Планируется, что парк встретит своих первых посетителей уже в 2022 году.